Я об этом писал уже на своем Facebook, но повторюсь здесь, для того, чтобы больше людей это увидело, больше людей увидело, во что превращается моя прекрасная страна. За полчаса до публикации кое-чего я сообщил на своем Facebook, ребята, за 15 минут, не за полчаса, я сообщил, ребята, отрабатывается заказуха. Сейчас по СМИ среднего уровня рассылают заказ, недорогой там, до 1000 долларов, в котором должны замочить меня, Ференса, Кацабу несчастного и Монтян. Статья написана офигенным языком. Тыловые крысы врага, кремлевские пропагандисты, агенты влияния, шпионы, наказать, покарать и тому подобное. И вот же чудо, через 15 минут издание версии ту-тун! Это вот это вы называете информационной войной? Это так вы воюете? Да это мелко, это низко. Вы ради этого даже свое информационное там министерство создавали? Да вы как клоуны выглядите. Ребята, вы делали меня уже убийцей, отсидевшим два раза, геем, наркоманом, алкоголиком, педофилом. Девушку мою вы делали проституткой. Кем вы еще меня не делали, ребята? Шпионом я был, да? И, наверное, до сих пор остаюсь. Ну кто я еще? А, вор! Вор, потом я выпрашиваю деньги у своих подписчиков. Давайте, давайте, побольше говна. Но только давайте уже включайте тяжелую артиллерию. Ваши потуги тупо смешны. Давайте. Супер разоблачение. Давайте. Шарик на самом деле гермафродит. Выдайте что-нибудь мощное, клоуны.